Это сорт яблони Пепенко-Литовская. Здесь у нас на склоне, в таких жестких спартанских условиях, подвой ММ-106, среднерослый. И на третий год можно посмотреть загрузку урожаем. Насколько скоро плодный и неприхотливый сорт. Тут уже масса плодов. Болезнями так он не поражается. Иногда слегка паршой поражается. Но в этом году уже они созрели. На 1 сентября плоды готовы к съему. Можно снимать, дозаривать. Это один из сортов, превосходных сортов для мочки. Необыкновенный аромат. Да, издает необыкновенный аромат. Но только когда заквасили их, надо соблюдать температурный режим, чтобы они не перекисли. Сорт яблони Пепенко-Литовская. Молодое дерево. Загружено полностью урожаем. Это сорт яблони Пепен-Мліївський. В год посадки. Вот так дерево посажено весной 2003 года, подвой ММ-106. И в год посадки мы получаем такой чистый листовый аппарат. Прирост слабый, прирост, зато один есть плод. Вот такой красивый плод. Пепен-Мліївський. Понаблюдаем за ним. У нас этот сорт мы получили у одного из садоводов, коллег наших. Понаблюдаем за ним.